сегодня? Каждый из нас может купить на улице чебурек или шаурму, но знаем ли мы, что там внутри? Эксклюзивные кадры из-под прилавка. Полная антисанитария. Там ужасно воняет, просто ужасно. Да, люди смертные, это факт. Но виноваты ли в этом шаурма? Должен быть какой-то орган исполнительной власти, контролирующие органы. Даже если создать этот орган, его тем же беляшом можно и прикормить. Ток-шоу «Говорить Украина». Сьогодні після вечірнього випуску «Событий» на каналі «Україна».